Surprise, motherfucker! Всем привет, друзья, с вами Билли, и мы продолжаем проходить Алису. В прошлый раз мы с вами остановились вот здесь, нас сюда принес орел, мы убили шляпника. Нам дали часики. Как-то они почему-то странно действуют, непонятно, какой интервал у них действия. Ну, через сколько они перезаряжаются, так скажем. Лучше вот это, наверное. Немного действеннее, так. Да, это мы все видели. Да, что-то как-то. Так, и чувак, туда никак. А, так вот. Импровизированные ступеньки такие сделаны. Засейвимся. Кстати, я их убил, не хватит? Тысячу восстановить ту ману, которую потратил. Нет. Плохо. Куда-то мы бежим, 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 бежим. Какой же такой был? Там есть выбешивалка, возьмем выбешивалку. Уф, какая девочка. Так, экономики сраные достали. Так. Так, что тут? Там какие-то хуйни приют. Ну, садим. Thank you.
Так, как-то все сердито. Ты вообще порвала, дядька. Мои наглости. Так, там он что-то лежит. Прыгнул на все куда или нет? Это такие же кубики, как у меня сейчас есть. Ничего страшного, лишним. Лишним не будет. Лава убивает сразу. Даже нет возможности там выпустить куда-то. Раз и умер. Зараза. Долго я буду гореть. Еще здорово. Куда мне тут вообще идти? Да ё-моё, ну что такое? Так, а куда нам? Нам вот туда. А не сюда. Высадная одна там. Поджарила. Это я называю отжарить тёлку. Засейвимся, по мне нахер сказала там, блядь. Да, слышишь, Вакарёв молодец, блядь. Чёрт, ну сука. Притащил меня в охуенное место, блядь. Союзников вытащи, блядь. Горон-то редкостный оказывается. Вы бы эти затрахали меня. Ладно, будем сейвиться каждый, блядь, шаг. Нет, замораживающий посох, я тут скажи не офигачу. Умираю, блин. Ёб, сколько тут бежать-то? Ай, 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 ай. Кто это в меня? Ай. Чё, туда дальше? Короче, он меня сейчас захерачит.
все-таки засейвился. Блять, ебаные рыбки эти, блять, сраные. Пиздец. В этот раз вообще жопа, блять. Взял сам выпрыгнул. Ой, так это что было? Кто меня скинул-то? Чё, блядь, я выйти не могу? Да я дебил, блядь. Мы бегаем, когда у нас, сука, на исходе твое время. Промедлению нет прощения. О, кушайте. Он говорит так, словно я сюда погулять пришла на каникулы. Дурак этот оракул. Взгляни в лицо тому, что пугает или ранит тебя. Оскорбление и ложь нельзя оставлять без ответа. Вы? Странное вы создание. Вы начинали мне нравиться. Нравлюсь я тебе или нет, но поверь мне, ты должна как можно скорее расправиться с Бармаглотом.
открой ворота и сразись с королевой. У меня нет последней части жезла, глаза Бармаглота. Как же с ним справиться? Не знаю, но ты должна это сделать. Ситуация критическая. Ну какой от вас толк? Говорите, что мне нужно сразиться с этой свирепой тварью, а я даже не знаю, моя ли это битва. Чья же еще, Алис? Только ты можешь спасти себя. Спасать себя? От смерти, что ли? По-вашему, я за этим сюда пришла? Я не боюсь смерти. Иногда я даже зову ее. Не смерти. Чего же? Жизнь страшнее, чем смерть? Я не дура. Не заставляйте меня считать дурой вас. Считай, что хочешь. Но знай одно. После пожара ты отказалась от своего мира, потому что не вынесла бремени утраты. Ответив кролику, ты начала выкарабкиваться из этой трагедии. Двигайся дальше, Алиса. Спасешь себя, спасешь и страну чудес, и всех нас. Теперь я начинаю понимать. Я разрушила этот мир, и только я могу исправить содеянное. Удачи, Алиса. Бармаглот ждет тебя. У тебя есть все шансы одержать победу. Твой союзник — Грифон, а он самый сильный из нас. Обосраться. Ну, пиздец, у меня полные штаны счастья теперь, блядь. Мой союзник — Грифон, охереть. Притащи меня, хуй пойми, куда, блядь. Тут опять целый пиздорез какой-то начинается. Пиздец, и куда тут идти? Ну, то бишь, вариантов-то несколько. Куда вон нужно? Можно сюда. Пиздануться и умереть, блядь, тоже вариант неплохой. Да ёб. Так, и куда ж нам лучше-то пойти? Мать твою. А вас я помню, блядь. Так, а что-то, куда мне идти-то? Или в ту сторону надо? Допустим, сюда. Теперь допустим сюда. Допустим сюда. И все, и пиздец. И, короче. Дальше туда никуда нельзя. Значит, все-таки туда куда-то. Ой, как это все кумарит.
Вот это я сохранился. Вот это я понимаю, блядь. Что? Чё, серьезно? Ищи отсюда? Союзников, Алиса. Чем больше найдешь, тем лучше. Я приведу подкрепление. Вы серьезно? Мужайся. Я там запорол сейф, короче, и теперь мне вот отсюда, вот с самого начала все это пробегать. Да это пиздец, друзья, блядь. Да, блядь, не серьезно. Поэтому сейф я эпично, сука, запорол, блядь. Уже почти прошел, все, дошел уже до этого. Это какое-то сокращение, что ли? О, да, круто, друзья мои, что сказать? Опять это все пропрыгивать, как мне это кумарит. Вот эти самые лошпековские. Опять вот это все, да? Ай-я! Так где я тут засовился? Недалеко. Ты какого вылез вообще? Ну, ладно. В прошлый раз его не было. Мне, блядь, и без тебя проблем хватало, блядь, пидор ты ебаный. Нет, нет, нет. Ня-н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 я. 3 рубля, блядь. Ёбаный дурак. Ненавижу, когда проблема заключается не в сложности каких монстров. Блядь, выла... Да что это за... Что вот это за зависания такие, блядь? Вот, это... вот оно бесит, блядь. Когда она застрёт это там в текстурах каких-то. Thank you.
ничего не получится проходить, я опять пишу. Да пиздец, товарищи! Это пиздец. Это точно, точно, еще раз точно. Пидорастия, эти рыбки, друзья мои, пидорастия. Полнейшая, блин. Сука, вы видели, что это хуйня? Мало того, что она в меня огнем, сука, плюется, она меня еще и спихивает, блин. Ёбаная мразь. Начинается, короче, веселье, блядь. Только это все прошли, блядь. Промучились, блядь, отдручились, блядь. На тебе, блядь, заново все. Благодаря, блядь, моим ровным пиздатым рукам, блядь. Давай ты помирай, блядь. Так, то самое чудо-место, блин. Так. Чё? Блядь, чё за прикол? Так, мы сейчас говорим с этим херовым оракулом. На исход твоё вино. Промедлением нет прощения. Так. Срок есть, который не работает, после этого их нельзя какое-то время запускать. Это вот это огненное мудло стало вылазить. Что я могу? Могу, не могу, блин. Давай, вылазь! Вот она горит и, блядь,
не вылазит. Нравится ей, блядь, сидеть. Сука, это какой-то пиздец. Меня очень бесит, когда ты умираешь не, ну, не от босса там, да? А вот от какой-то ебучей локации. Просто от того, что она вот так сделана, что, блядь, ебаный лабиринт, и ты вот это прыгаешь, бегаешь, блядь, и падаешь. Ах ты ж, сука. Ой, пиздец. Эти миллиард прыжков, блядь, так раздражает, если честно. Давай, блядь, засейвимся здесь. Ох, ну нахер. Да ёб, ты чё не сдох ещё, блядь, ты? Хуёпенный. Какого хера? Кто она, блядь, не прыгает, кто она, блядь, не бежит, кто наоборот. Сама кто-то вперед щемится, блядь. Какого вот она сейчас не прыгала, блядь, скажите мне кто-нибудь. Придурок. Как я, конечно, эпично в прошлый раз просрал сейв. Это, блядь, надо было... Заебись, она меня плюнула, когда я вишу, блядь. Очень классно. Вот в прошлый раз мы здесь с вами просрали сейв. Слава богу, я, честно, не повторил это чудо. Она какого-то хера не цепляется, блядь. Кто цепляется, то нет. И вот тут тоже. На то цепляется за то, что кто ни хера не цепляется. Да пиздец, мне начинает уже все это раздражать, блядь. И она когда приземляется, видите, есть такой промежуток, в который она не прыгает, но при этом уже бежит, если нажать. Кого она не цепляет этот ебаный молкомчик, блядь? Заебись ты вылез, блядь. Охуенно. Это пиздец, друзья, мне тут настопиздило уже, я сейчас вот серьезно говорю. Вот вся проблема тут, блядь, не в боссах, а просто в локации, блядь. Просто в этой хуйке, блядь. А-а-а-а, блядь! Что она не цепляется за выступы, то, блядь, еще какую-нибудь хуйню делает. Почему она сейчас не прыгнула? Я нажал прыжок. Она тупо не прыгнула, она просто бежала вперед. И опять не прыгнула. Да что за нахуй, блядь? Там, где не надо, она нормально прыгает, блядь. Там, где надо, хуй, блядь. Зацепимся тут, блядь. Охуенно, блядь. Мне сюда или мне за дальше там прыгать? Дальше не вряд ли, блядь. Да сдохни ты, блядь. Ты ебался до меня, еще на таком парапетике сделали. И не убежишь ни хера от него никуда, блядь. Ебашек там, ёбка, блядь. Так.
Неужели, блядь, мы дошли сюда? Сын тоже можно было особо так выпрыгать. Слушай, это типа разнозначно эти стороны практически. Все, наконец-таки прошли, блядь, дебильную. Ой, блядь. Алиса, ты заставила меня ждать. Ты никогда не слышала о пунктуальности? Ты так похож на помощника нашего стоматолога. Ты всегда опаздываешь, верно? Часы растекаются между глупыми видениями и тщеславным бахвальством, и ни на что другое у тебя не остается времени. Больше ты ни на что не способен. Даже ругаться не умеешь. Наверное, твои родители надеялись, что ты придешь к ним. Возможно, они думали, что ты могла бы предупредить их об опасности. Ты ведь была рядом с источником пожара. Но ждали они напрасно и погибли из-за тебя. Да пошел ты нахуй. Мы все спали. Это нелепая случайность, я... Ты неблагодарная и бессердечная эгоистка. Ты почуяла запах дыма, но ты была в стране чудес. Пила чай со своими друзьями. Разве нельзя было оторваться? Из твоей комнаты было легко выбраться. Родители наверху корчились в адских муках боли и ужаса. Нет! Ох ты, нихуя он дает джазу, блядь. Пинается, блядь, еще кого-то призывает. Ну, Питер, блядь. Алиса, ты да заставила пошел. Меня ждать. Ты никогда не слышала о пунктуальности? Чем Рея, Алиса! Бармаглотов жезл собран. Войска ждут. Все готово. Бармаглота я беру на себя. Ты наша защитница. Веди нас к победе на замок Червоной Королевы. Я не зря тебя спас, да, уебок? А что это у нас пол этого полотурку сидится? И чё? А вон Шалтай Болтой, мы опять здесь. Так, а
Хорошо, а где у нас жезл? Жезл Бармаглота. Тогда. Кубики. А, вот. Застроены, тут шахматы были. Куда ж нам теперь? Сюда? Я не помню, что было в прошлый раз. А, вот что тут было, да. Сегодня все. Мы и так, честно говоря, уже дофигища прошли. Сейвимся тут. Все, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ждите продолжения. Эту игру мы пройдем полностью. Ну, еще серии 7, наверное. 6, может быть. Мы ее пройдем. Подписывайтесь на канал, сделайте добро. Помогите автору развиться. Все, всем пока.